Father. Из тумана. Кичиро, ты приехал? Я готов, Тоно. Ты был готов со дня, и я сохранил тебя. Конечно, мальчик, которого я не знал, больше не существует. Человек взял свое место. У тебя есть моя лояльность, и у тебя есть своя честь. Хорошо, что у меня есть твое доверие, иначе я мог бы бояться твоей жажды роста силы. Да, хорошо. Однажды ты будешь великим лидером, Кичиро, но сегодня ты борешься за Токугава. Теперь сделай то, что ты прилагаешь все усилия, и следуй за мной. Вот такой у нас потраченный перевод. Всем привет, вы на канале, на нашем канале, и с вами The Dog Father. Мы тем временем проходим Age of Empires, азиатские династии. Сражение Секигэхара. Секигэхара. There is no turning back, Kichiro. We must fight our way to the enemy's doorstep and end this war once and for all. The enemy army consists of many potential turncoats. As we fight, получено основное задание уничтожить Дэймо Ишада. Награда 10 тысяч единиц опыта. Так, давайте, рикша монет. Получено основное задание уничтожить... А, это мы читали. Так, давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Пришлите фургоны с монетами в восточную деревню, убейте Даймо, повреди замки. Хорошо. Вот это получается замки. Нет, вот сюда нам нужно доставить монеты. Хорошо, давайте пока что вызовем крестьян на подмогу, чтобы у нас было больше сельских жителей, чтобы они работали. А повозку с монетами мы попробуем сейчас доставить нашим союзникам в восточную деревню. Не сказать, что у нас прям много... Так, вы что тут делаете? Давайте лучше сюда идите. А то вас там убьют. Не хочется терять как бы трех крестьян одновременно. Не сказать, что у нас много воинов, но попробовать стоит. Попробуем доставить то, что нас просят. Может быть, сможем прорваться и выполнить это побочное задание. Попутно будем брать клады. Так, пока никого. Здесь какое-то ущелье. Так, враг. Тележку назад. Я не знаю, она единственная у нас, или нам пришлют новую, если уничтожат данную тележку. Но все-таки рисковать не хочется. Так, давайте уничтожать. Ой-ой-ой, по тележке попадает. Причем неплохо, так уже больше половины здоровья отняли. Блин, опять попали. Ой-ой-ой, пропустили одного. Тележка еще жива, это хорошо. Так, что у нас тут? Ой-ой-ой, как много крестьян на золоте. Блин. Все-таки уничтожили нашу тележку с золотом. Надеюсь, что нам дадут возможность ее заново вызвать. Либо нам ее сами... Сам скрипт вызовет, не знаю. Давайте пару домов построим. У нас уже лимит. Скоро. Так,
Блин, неплохо так они тут укрепились, конечно. Эти вышки. Сразу и лагерь здесь поставил, казармы. Все как положено. И на противоположной стороне, я так понимаю, то же самое. Казармы и вышки. Надо это как-то дело все прекратить. Ой-ой-ой, чё-то их тут много, очень много. Не справляемся. Нужно отступать. Чувствую я, сейчас мы потеряем здесь все наше войско. Ну, не беда, создадим новых. Пора бы уже, конечно, нам и казарму построить. А, у нас есть казарма. Что-то я затупил. Так, давайте наймем несколько воинов. Так, так, так. Вот этих вот ребятишек мы отправим на дерево. И вот этих тоже. Слишком много у нас на еде и на золоте было, поэтому надо уравнять как-то добычу, перераспределить трудящихся, так сказать. Чтобы все было по фэншую. 10 там, 10 там и 10 там. Так, давай добывай. Дерево. Не хватает нам дерева, чтобы вызвать еще пару человек, пару лучников. Так, еще 50 единиц нужно. Нужно. Давайте, давайте, ребята, поднажмите. Отлично. Так, давайте клад высвободим. О, наши ребята здесь справились, нифига себе. Я и не ожидал такого поворота. Ну, молодцы. Так, отлично, отлично. Давайте здесь клад возьмем. Ты, значит, строй нам дома. А точнее, святилище. Да, кстати, рикша монет можно вызвать. Стоит 200 единиц золота. Отлично. Нам, кстати, еще одну карту дали вызвать. Что непосредственно мы и сделаем. Тут 10, тут 10, тут 12. Хорошо. Даже уже 13. Еще двоих, а будет 15. Отлично. А, даже так у нас будет один лишний, получается. Так, давай дома. Враги тем временем наступают на наши северные рубежи. Давайте их отгоним отсюда. Нет, ну ты посмотри, какие они наглые. Беспринципные ребята. Ну чё, вроде здесь у нас все красиво, ровно. Ребята работают, добывают нам ресурсы. Давайте попробуем уничтожить вот эту вышку, добить. И потом будем думать, что нам делать непосредственно с левым лагерем, который противоположный от лагеря, который мы разбили до этого. Посмотрим, что можно будет сделать с ним и сколько войск нам потребуется для уничтожения того лагеря. Я там видел у них уже, наверное, тоже три вышки. И вроде как у них там стоит конюшня. Но это не точно. Так, вот это добро мы все улучшим. Йой-ни.
По-хорошему здесь бы нам свой лагерь таким же образом возвести, чтобы враги, которые идут к нам, просто упирались в него и там же гибли. Так, у нас здесь, оказывается, еще один клад. Справятся наши крестьяне? Нет. Эх, одного потеряли. Сейчас второго потеряем. Двоих потеряли. Так, отходим, отходим. Так, бездельники, бездельники стоят. Давайте работайте. Продолжай строить нам дома. Все, лимит. Отлично. Так, давайте. Возведите вот этот алтарь. И потом добывайте дерево. Вызываем все подряд, все, что мы сюда выставили, все нам пригодится. Там все экономические карты в основном. То есть улучшенная добыча дерева, улучшенная добыча еды с плантаций, с охоты, с улучшенная добыча монет и все прочее. То есть это все нам пригодится в плане экономики. Да, вот видите, мы улучшили на рынке добычу дерева, и наши ребята просто валят лес молниеносно. Так, не хватает ресурсов, чтобы перейти в новую эру. Давайте подкопим немного. Дерево у нас, конечно, не очень... Не очень много у нас дерева, но самый ценный ресурс, как по мне. Так, стоимость, давай. Возводи. Отлично, отлично. Так, так, так. Сейчас еще 10 человек прибудут. Ребята сдолбили все дерево. Молодцы. Так, еще еды немножко надо. Отлично. Да, дерево они очень быстро начали рубить, что радует. Так, давайте рикшу вызовем. Попробуем доставить ее в нужное для нас место. Может быть, за это мы что-то получим. Так, неплохо у нас тут золото. Ну, еще один лагерь. Вернее, не лагерь, а клад. Так, давайте пока на золото. Вы у нас на еду тогда идите. Ха,
В принципе, думаю, без наших главных героев наши ребята справятся. Давайте начнем с лагеря. Рикшу мы пока отведем назад. Так, мы почти перешли в новую эпоху. Сможем улучшить еще раз добычу дерева на рынке. Что не может не радовать. Ну, у них там еще помимо конюшни, оказывается, есть и казарма. Ну, думаю, наши ребята смогут справиться со своей боевой задачей и зачистить этот сектор от вражеских построек. Так, не хватает ресурсов. Еды не хватает нам. Так, давайте вот этот... строение сделаем. Может быть, вызовем пару банков голландских. В принципе, у нас этих ресурсов необходимых полно. Так, отлично. Все, военные палатки мы уничтожили, давайте потихоньку уничтожаем остальные постройки. Нам бы еще воинов. Блин, тут улучшение. А, вот еще казарма есть, отлично. Это улучшим. Перебросим изготовление на дерево из святилищ. А здесь мы наймем по 5 юнитов из представленных нам возможных. Так, здесь мы построим конюшню. Так, вот сюда вот точку сбора. Так, выбираем союзника. Ну, Голландию, как обычно, выбираем. Еще одна доступная карта. Не глядя, просто вызываем. Улучшаем попутно добычу дерева на рынке. Так, здесь мы уже почти добили. Просто отлично. Так, что тут, сокровище? Не хватает еды. 300 еды еще нужно. Так, что бы сделать нам? Давайте вот так сделаем, чтобы побыстрее создать наших воинов. В двух казармах побыстрее, я думаю, это дело пойдет. Кстати, у нас, кажется, есть рынок. Почему-то он сломан. И нам его нельзя отремонтировать. А, я выбрал... Фу, ёлки-палки. Я выбрал несколько зданий. Так. Улучшаем. Ой-ой-ой. Враги. Враги — это плохо. Вызываем кузницу, вызываем святилище, вернее церковь и банк. Сразу вот так вот. Блин, здесь нас, конечно, разбили на голову. Ну, благо у нас уже есть небольшое войско. Так, давайте наездников создадим. Рикшу пока подальше затарим, чтобы ее никто не сумел разрушить. Пока мы не готовы доставить ее в нужное место, поэтому отведем ее подальше. Так, арсенал, отлично.
сможем улучшить наших пехотных юнитов, кавалерию, артиллерию дополнительно. Банк. Так вы что тут стоите-то? Я не пойму. Так, пехоту, кавалерию, артиллерию все улучшаем. Так, 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 не хватает еды. Что такое у нас с едой? Почему не добывается? Вроде нормально все. Ну давайте еще 10 крестьян создадим, которые будут на еде чисто. Потому что с едой у нас вечно какие-то проблемы. Что не радует. Так, еще одна карта. Вот эту вот рикшу с рисом вызовем. Или плантация, я не помню, что это конкретно. Угу. Замок улучшим. Так. Подождем пока. Пока не прибудет наша рикша. Ну или ладно, пусть построит плантацию сам. Не будем тянуть кота за яйца. А ты у нас построишь здесь стену, наверное. Вот так. Вот таким образом. Вот. Вот так. Вот так. Ну и пару замков кинем. Аванпостов. Улучшаем сразу наши стены. Плюс у нас там было вызвано улучшение по карточкам. То есть все постройки и стены гораздо прочнее. Что не может радовать. Вернее, что не может не радовать. Неправильно выразился. Так, церковь. Улучшаем обзор. По-хорошему нам надо бы еще раз перейти в новую эпоху и улучшить в церкви производство кавалерии и пехоты в казармах. Но золота нам явно не хватает, впрочем, как и еды. Так, ну неплохое уже здесь войско у нас, достаточно такое большое. Так, можно вот сюда ее отогнать, отлично, улучшение прошло. Блин. Давай сюда сходи. Вы прикройте его, чтобы ничего такого тут не произошло. Вообще бы нам в другом месте начать застраивать. Тут, кажется, прохода никакого нет. Да, здесь тупик. То есть здесь единственный проход, который можно застроить. Давай. Вот сюда иди. Как-то вот так, наверное. Так, ты куда идешь? Затем вот так. Все золото сдолбили. Я как знал. Так, идите на плантацию. Здесь у нас все потихоньку делается, производится. Так. Давайте всех сюда. Чтобы не было неожиданностей, эту постройку мы уничтожим. Так, так. Здесь нам нужно укрепиться. Защитное здание застава. Не знаю, стоит ли уничтожать. Но вот этих ребят уничтожить точно нужно. Так, давайте, может быть, клад возьмем. Сокровище. Раз уж рядом.
Так, теперь мы вот таким образом выстраиваем стены, чтобы враг мог проходить и получать от нас урон. Помимо стен здесь у нас будут замки. Блин, ну что такое? Почему не хочешь ты строиться? Вот так. Дальше протягиваем. В принципе, достаточно. За стенами мы застроим аванпосты. Так, вы вот сюда маршируйте и стройте себе плантацию. Нанда? Так, отлично, здесь разобрались. Нам выдало несколько самураев. Так, все, можете добывать. Блин, надо будет перейти в новую эпоху. Так, давай способности все включим. Не дает нам разрушить его аванпост. Печально. Городской центр какой-то. Надо, конечно, разобраться с ним по-хорошему. Иначе эти набеги, я так понимаю, будут продолжаться снова и снова. Давайте здесь проход сделаем. И кинем пару замков. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда, наверное, куда-нибудь. Ладно, пусть строят. Блин, сюда бы два кинуть, как и там, но... Чё-то... Вот так, отлично. Лимит у нас тем временем по замкам. Ой-ой-ой, что-то наши ребята здесь вовсю самоуправством занялись. Все здесь уничтожили и продвинулись куда-то в другом направлении. Так, уничтожаем плантации, уничтожаем торговый пост. Отлично, давайте уничтожим заставу эту, вызовем себе новые карты. Так. Рынок мы уничтожили, давайте поможем нашим ребятам. Отлично, отлично. Так, а эта постройка, я так понимаю, где Сёгун сидит. Что-то вроде замка. Так, ну, давайте попробуем просто отправить рикшу без ничего, как бы, без прикрытия, так сказать. Посмотрим вообще, дойдет ли она, или нам на пути что-то встретится нехорошее. Так, уничтожаем. Пылающие стрелы. Нет, это нам не надо. Смотрите, какие-то ребята вышли. Все-таки уничтожили они наших воинов. Извиняюсь.
Так, ой-ой-ой, оказывается, у нас здесь проход есть, а я и не знал, я думал, тут тупик. Это опасно, очень опасно. Я думал, что здесь у нас все красиво, все закрыто. Оказывается, здесь дыра. Дыра, через которую к нам могли бы зайти спокойно и разрушить нам всю... всю нашу базу. Не с той стороны мы оборону, оказывается, строили. Понятно, так. Слушайте, а он что, уничтожил нам... Понятно, так, он уничтожил одну заготовку для замка. Ну, ничего страшного. Дерево у нас 10 тысяч. Так что все в порядке. Блин, а зачем нам еще одно? Так, здесь еда, здесь золото, здесь еда. Ну, пусть будет 2 золота и 2 еды. Раз уж на то пошло. Давайте еще 10 крестьян. На эту вышку. На эту плантацию. Блин, а я и не знал, что здесь так. Не прикрыт у нас тыл. Ну ничего, сейчас мы разберемся здесь и отправим нашу рикшу с золотом туда, куда нужно. Я, в принципе, и предполагал то, что она не дойдет, но я не знал, что ее нужно отправлять по южной дороге. Я думал, надо как-то обходить. Оказывается, нет. Вот зараза, разрушил нам здесь постройку. Ну ладно. Возведем новую. В принципе, здесь у нас проход хорошо защищен, там 5 вышек, стены. Пока враг будет передвигаться, их его просто расстреляют там. И все. Здесь нам нужно тоже какую-то стену построить. Для сохранности, так сказать. Ну-ка. Казармы построил. Хитрец. Сейчас мы расправимся с ними по-быстрому. Наши вот эти вот наездники быстро раздуплят это осиное гнездо. Вот так сделаем. Так, вы у нас дерево. Давайте обратно. Дерево тем временем кончается. Так, отлично. Давайте исследуем здесь туман войны. Посмотрим вообще, что здесь есть. Может быть, еще враги, о которых мы не знаем. Так, здесь клад. Across ally of Ishida camps to the north. He is a leper with little time left on this earth. If we assassinate Otani, his forces will surely scatter. わかりました. Блин. Что-то как-то криво. Ну вот так, думаю, нормально. Ну-ка. Что у нас здесь происходит? Ну, надеюсь, наши ребята отстреляют этих вражеских воинов. Конечно, чувствую я, мы одним замком потерпим. То есть замок Холма сейчас падет. Ну, благо у нас еще есть здесь 4. Пару пушек сделаем, чтобы они стреляли в них. Блин, второй раз этот замок нам уничтожает. Жалко. Ишида's armies have crumbled into dust, and Tokugawa stands victorious.
Ой, победа. То есть нам надо было убить военачальника, который там сидел, а мы что-то затупили. Понятно. Ну, надо было сразу его давить тогда. Выгода войны. Это сделано. Даймо мятежника был уничтожен, и ты остановленная положением единственного лорда. Вся Япония, ты оказывался все снова и снова. Скажи мне, Кичиро, что ты выиграл на этом поле сражения? Я выиграл правду, и это все, что имеет значение. И поскакал. Правду он выиграл. Человек, который был воспитан в доме хозяина, и все же не помещает лояльности в его сердце, а красит ту фамилию для всех поколений. Обязанность человека к этой правде, вне этого нет ничего, что быть сказанным. Ну что ж, я так полагаю, ветка за Японию полностью пройдена нами, поэтому мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!